Хвала богам. Ты знаешь, какие у тебя потные лапы? Ты болван. Давай-ка, кстати, говорить, поговорим с ним. Давненько не говорили. Каковы будут твои пожелания? Эй, Дикин, не есть раб. Босс — это босс, не хозяин. И босс никогда не отрежет язык, Дикин. Правда, босс? Конечно нет, тогда ты не сможешь петь для нас. Дикин улыбается другому кобальду. Видишь, босс и Дикин — быть друзья. Вас охватывает легкая дрожь от мощи магической энергии, окружившей вас. Эга себя. Типа, это полный дебаф? Созерцатели труп. Кто тут сидит? Ни хрена себе. Провал. Да, Дикин. Руины — это странное место. Может, для злобоглазов в руинах жила какая-то другая раса, босс? Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Neverwinter Nights Enhanced Edition, дополнение Hordes of Underdark. В прошлой серии мы всех победили у нежити, да, и нам надо обратно возвращаться. Единственное, что я попытался вернуться в город, там вроде как сразу заставка не происходит, к нам просто лоботряс подбегает, но тем не менее разговор триггерится, поэтому не все так гладко. Поэтому предлагаю, наверное, сначала разобраться все-таки с этими, с глазами, да, вот, а потом уже в любом раскладе мы туда вернемся. Может быть, да, вот еще что-то нам тут скажут. Так, знакомая фигура в благодарности падает перед вами на ступени храма. Благодарю тебя, спасибо, 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 тысячи благодарностей, да? Мы теперь свободны от нашего прошлого рабства и от ужасной тирании Викстры. Всегда, пожалуйста, хорошо, что представился случай помочь. Так, Сумаш, это все только ради тебя, собираешься теперь... Так, ну давай. Да, прошу, 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 приходите в пропасть Дриаринка в любое время. Мы теперь свободны, полностью, совершенно свободны благодаря тебе. Что думаешь? Так, что собираешься теперь делать? Тоже что... Так, что же, управляю деревней и освобождаю рабов теперь, когда Викстры нет, выслушивай. А, выстраивай оборону, защищайся от охотников за рабами. Время строить лучшую жизнь, да. Лучшую жизнь прямо здесь, в пропасти Дриаринка. Слышишь, босс, может, если мы вернемся, они сделают для нас праздник? Может, у них есть даже пирожное? Дикин любит пирожные. Правительство будет довольна тем, что вы здесь сделали, Витамин. Здесь было сделано доброе дело. Благодарю тебя, Витамин. Под отчасти мы получили от тебя все то, о чем мы так мечтали и чего так боялись получить все эти долгие годы. Благодарю, благодарю, тысячу раз благодарю тебя. Так, опыта нам дал? Благодарила, хреново. Не, нифига, ну ладно. Так, нет, я думал, ТПК. Давай еще попробуем в гонку ударить. Ничего не происходит. Ладно, давайте поговорим с торговцем. Может быть, что-нибудь там у нее появилось. Кстати, вот, блин, вот. Ладно. Надо тупо помнить. Привет. Да-да-да, здоров. Так, зелье малого восстанавливания. Вот чем нам надо купить. Это точно. И что такое зелье знания? Понял? Очень не хватало, блин, их. Блин, может как-то с контролом покупаться? Я, к сожалению, не знаю. Так, давай посмотрим, сколько у нас их. Давай-ка ей, наверное, и толкнем все, посмотрим. Все, 10, у нее максимум 10. Поэтому я думаю, что... Ладно, коли пока не будем продавать. Вот это вот все, вот лабуду, которая мешает нам, да? Задубевшую кожу, вот это вот все. Все, вот это, вот это, вот все, вот это. По мелочевке, да, которая... Так, это мы продали. Пламенное оружие я пока, наверное, оставлю. Облако сюда. Свиток не определено. Воплощение 7. Волна божественной энергии бьет по всем вражеским существам в зоне поражения, глушая на один раунд. Каждые два... На один раунд за каждые два уровня заклинателя. Существа, имеющие 4 костей хитов или меньше, погибают мгновенно. Все существа, выбранные, вызванные противника, превращаются в свои родные планы. Нифига себе тема. Смерть 1d4 уровень. Шаломление, ослепление, плюс 12. Загнание убивает, вызнут. Блин, ну, прикольно, я, наверное, пожалуй, даже оставлю. Воплощение. Заклинание получает следующий бонус дополнительно на 1 очко за здоровье. Заклинание сил повышается до 18, если показатель силы уже равен и более, он не повышается. А также за базовый бонус так увеличивается до показателя такого же бонуса, что у бойца этого же уровня. Так, ладно, это можно продать. Никогда в жизни не буду юзать. Кольцо защиты тоже продаем. Так, это тоже продаем. Черная жемчужина у нас по-прежнему что-то не это самое. Может быть, второе оружие попробовать заколдовать? Я вот не знаю. Интересный момент, конечно.
Просто там не сработало, да, это? Но, возможно, мы оружие надо было другую в руку взять. Блин, давайте сейчас я быстренько добегу туда и подключусь. Если второе оружие также можно зачаровать, то мы его зачаруем. Потому что у нас вот эта вот рапира, она очень хорошая. Кстати, она хорошая рапира у нас вот здесь. Против нежити нам теперь не важна она. Вот эта она хорошая, потому что она сразу обостренная, да, и кислотой 1d6 бьет. Улучшение, правда, плюс 1, но мы можем ее зачаровать. Потому что... А, здесь 2d6. То есть вот... А, да здесь еще и ловкость. Не, слушайте, вот эту зачарую. Ладно, давайте сейчас я обрежу тогда у алтаря. Попробуем в правую руку взять вот эту. Если пройдет, то как бы покажу. Если нет, то просто продолжим с этого места и пойдем к этим глазам. Так, короче, все сработало. Просто обалдеть. Теперь у нас будет два клинка. Я сначала подумал, может быть, на тире заколдовать. Но потом думаю, что с двух рук там шанс будет намного больше, да? То есть мы будем сандалить прямо... Не говорю, поэтому давайте зачаруем. Что нам добру-то зря пропадать, да? Вот, вот так вот делаем. Я даже попробовал с арбалетом Дикина, к сожалению. Ну, то есть арбалет себе взял. То есть, видимо, здесь зачаровываться только непосредственно оружие ближнего боя. Поэтому давай. Вот, видите, 500 черных жемчужина пропало. И у нас теперь на рапире то же самое есть. Класс сложности понижению силы. Блин, обалденно. Вот это вообще тема. Вот это вообще тема. Так надо сделать. Хвала богам. Ты знаешь, какие у тебя потные лапы? Ха-ха, ты болван. Давай, кстати, поговорим с ним. Давненько не говорили. Каковы будут твои пожелания? Похоже, ты плохо влияешь на мое здоровье. Может, объяснишь, почему? Честно говоря, не знаю. Я тоже это вижу. Что значит, ты не уверен? Нужно ли тебе напоминать, что это оружие не является моим телом с рождения? И что единственное создание, которое владело мной до тебя, было вовсе лишено здоровья. Я могу тебе сказать только одно. Этот меч должен как-то опустошать тебя. Питаться твоей жизненной силой точно так же, как он исцеляет тебя жизненной силой твоих врагов. Хм, нечто вроде симбиоза. Так, ты можешь что-нибудь с этим сделать? Я, да, наверное, я могу, но это значит, что сильные чары с клинка тоже исчезнут. Не забывай, что со временем это, скорее всего, пройдет. Временно это может происходить по принуждению. Вы хотите сказать? Ну да, полагаю, это возможно. Если хотите, вам нужно только сказать, и меч будет высасывать у вас здоровье. Но, производить временно улучшение. Все это, естественно, только временно. Ну ладно, тогда убери пока эти чары. Туда, неважно, я оставлю пока эти чары. Нет, пока, наверное, оставим их, да? Я даже не знаю. Ну, давай пока оставим. Как пожелаешь. Теперь иди и за орешком, я пить хочу. Так, давайте-ка, мне интересно. Давайте посмотрим. Что за чар? Я так понимаю, он говорит про регенерацию вампира, да? Поэтому давайте попробуем их убрать, да? Черт возьми. Каковы будут твои пожелания? О, я хочу, чтобы ты усилил чары на этом мече. Нифига себе. Вы понимаете, что это будет стоить части вашего здоровья? Готовы обменять часть своего драгоценного телосложения на хороший клинок? А, минус 2 к телосложению. Высасывай. Во, давай вот это врубом. Высасывай сколько сможешь. Офигеть. Че, можем улучшить его? А, ну это временно. Чудесно. Тогда давай приступим, да? Так, внезапно вы чувствуете слабость. Так, то есть мы просто, грубо говоря, вызвали это, да? Временно 13 и все. То есть просто улучшаем, но мы и так каждую попадаем, поэтому, наверное, смысла нет телосложению, да? Поэтому улучшение, это, грубо говоря, вот телосложение меняем на улучшение оружия. Но по сути ерунда. Ерунда. У нас и так зачарован, он прямо, мам, не горюй, мы каждый удар попадаем. Каковы будут твои пожелания? Так, есть ли какой-нибудь способ вытащить тебя из этого меча? Он долго обдумывал от этого. Главная проблема заключается в нехватке тела. Полагаю, меня можно как-нибудь перенести в другое тело, однако... Это вообще возможно? Единственное, что я могу предположить, это возможность вселения моего духа в некий механизм. Возможно, в голема или что-то в этом роде. Желательно, не сляпанное кое-как. Однако, как можно осуществить такое переселение, я сейчас вряд ли скажу. Я столько всего забыл, и это заставляет меня подозревать, что я уже недостаточно целостен, чтобы покинуть свое обиталище. Недостаточно целостен? Возможно, за эти долгие годы из моей памяти уже стерлось столько подробностей, что я почти уверен, я стираюсь с этого клинка.
В один прекрасный день я исчезну целиком или останусь в виде проблеска сознания, способного лишь передавать эмоции. Но ты не переживай за меня, мужчина. Я даже в некотором роде мечтаю о таком дне. Либо я буду окончательно и воистину мертв, либо так отупею, что мне будет уже все равно. Я постараюсь освободить тебя, если смогу. Да хватит тебе переживать, в самом-то деле. Если удача мне улыбнется и ты на что-нибудь набредешь, ну, это будет замечательно. Но вообще-то я бога из машины не жду. Так, окей. Может быть, проблема в том, что нам надо было создать этого голема, да? И в него он должен был переселиться, пес его знает. Так, ну давай еще поговорим. Каковы будут твои пожелания? Можешь дать мне какой-нибудь совет? Как насчет прогуляться когда-нибудь в город? Я не видел симпатичной тёлки с фигурной рукояткой уже. Очень давно. Не знаю, наверное, про меч говорит, хрен его знает. Так, мы зачаровали, да, у нас носил, да. Все, прекрасно, поперли тогда, получается, к этим. Я не помню, у нас есть... давай то отсюда выйдем, вдруг нас кто-нибудь там встретит. Я просто боюсь, что мы что-нибудь пропустим, блин. Тут не так далеко пробежать. Видите, этот с нами лоботряс поговорил. Вот я и думаю, что на выходе может быть еще что-нибудь там какой-нибудь этот самый. Что-нибудь день как-нибудь и зачем появится. Поэтому, просто так перемещаться не хочу. В любом случае тут бежать вот уже все прибежали, поэтому не такая большая проблема. Остались только глаза. Я так понимаю, что глазами мы там тоже просто всех завалим. Хрена лысого, мы там с ними что-то попытаемся договориться. Потому что это какие-то безмозглые твари, да? Вот, но черт его знает. Так, источник света, вот, собственно говоря. Поперли тогда к ним. Ничего тут не произошло. Ну, погнали. Защита от магии у нас достаточно неплохая. Ой. Что это такое? Дым какой-то красный. Ну, что встали-то? Стесняются что-то? Так, тут есть что-нибудь? Они, наверное, тут вылезать будут, да, мерзавцы эти? Слушай, а что-то никого и нет. Привет. Дроу. Мрачная фигура дроу-воина материализовалась из теней. Он грациозен, как пантера перед прыжком. И теперь... и прежде чем заговорить, он окидывает вас оценивающим взглядом неземных фиолетовых глаз. Ну, что у нас здесь? Он широко улыбается, кидая жуткие взгляды. Никто иной оказывается, как тот, кто помешал нашей атаке в Подгорье. Мы какое-то время искали тебя, наземник человек, но, конечно же, никак не ожидали, что ты свалишься нам прямо в руки. Кто ты? Он радостно посмеивается. Я здесь не ради болтовни и не для того, чтобы выслушивать твое беспомощное бормотание. Наземная крыса. Я здесь, чтобы убить тебя. Волшарес довольно зла на тебя. Ты... Зря вот это вот, все вот это вот, все вот это. Убеждение, наверняка можем прийти к какому-нибудь соглашению. Довольно. Время испытать силу гнева, Волшарес. Ну, как скажешь. Как скажешь, Буро. Ой, еще и не один. Ой, вот это на, быстрее. Эльфийская кровушка. О, я понял, что-то не так себе. Кстати, месит он не слабо, по две дикину. Эльфийская кровушка с утра. Ох, как он нарезает, зараза. Но ничего страшного, нормально. Так, сколько за него опыта дали? 333 пойдет. Пойдет. Рассел Кроу какой-то. Так. Андувир, выкованная при помощи божественного огня и молнии, рукоять этого меча пульсирует от сдерживаемой энергии, постоянно излучает магические искры, которые перелетают между двумя клинками этого меча. Ничего себе. Используем цепь молнии раз в день. Электричество не понятно. Говно. Дикин, у меня для твоего мешка есть кое-что. Так, забирай. Никому не нужно. Лабуда. Фу, понятно. Даже смотреть не хочу. Так, туда же. Тут может быть интересно. Боевое воодушевление один раз в день. Ну, такое себе. Останки Эльдат Расин. Я чувствую от этой... отравленный болт надо это дать. Как его? От Волшарес там, наверное, просто виск. Сейчас будет просто пипец.
Такой, такой виск подняла, наверное, просто кошмар. А где глаза-то все? Так, это на этом отдавать, лоботрясу. Что за отравленный болт? Почему? А, я понял, почему. Надо вот так делать. Так не берет, да? Все, что-то залагал, ну ладно. Парализующие болты вот эти все тоже ему отдаем. Пускай там выбирает, сам стреляет, чем надо. У нас их полно. Так. Ладно, что-то не видать этих. Как глаз, блин, тут меня пугали, допугали, что там какой-то мост аж построили. Ну там просто какие-то твари живут невероятно. Я что-то никого. Пять дикин. Что, у тебя пять перевес, что ли, болван? Чего опять ходит? А, 337, извините, пожалуйста. Ой-ой-ой, что-то там у него перевес. Так, ладно, давай тогда. У него, наверное, накидали вот этих вот, вот это вот, всего вот этого. Так, 50, давай сюда. У меня с весом все в порядке. Так, 400, давай сюда. 40, вернее. А, и, наверное, вот этот меч тоже невероятно весит. Так, 12, ладно, пойдет. О, вот эта вот шляпа тоже 40, с ума сойти. Так. Там у нас еще... Что-то не помню, у меня три сумки же было, нет? Я... А. Что-то они все куда-то переместились, пипец. Так, вот это тоже, наверное, 15, давай сюда. Конечно, броня больше всего весит. И возьмем вот это, наверное, еще 15, да? Никогда. Ну ладно, в любом случае 150 мы освободили, и пойдет. Так, ладно, все, поперли. Пещеры созерцателей. О, понеслось. Ой-ой-ой. Сопротивление магии, но... Ой, у нас со свободой это. Смотрите, как хорошо бегает. Ха-ха! Со свободой это тебе не это. Мерзкое мясо. Ну-ка, давай еще раз. Ну, давай еще раз. Масляный нас... масляной насос. Я понимаю, нам надо его раздраконить, да? О, нифига себе. Это дикин все. Так. Ну, уже получше. Уже получше. Кобальт раб. Бормочет и мычит и стримит. Так, понятно. Рабы вообще не алё тут, да? Куда он побежал? Куда побежал? Ладно, с ними толку никакого. Каши не сваришь. Смотри-ка, у них двери есть. Нифига себе. Ой-ой-ой, тихо ты. Маленькое существо оглянулось, внезапно и сильный испуг накрыл тварь, как только вы появились в комнате. Но момент испуга прошел, и с надеждой в глазах существо прыжками приблизилось к вам. Дикий думает, что вон тот парень хочет поговорить с нами, босс. Да ты что? Сейчас вот Николаса Кейджа не хватает, вот с такой рожей, типа, да ты что? О, ты не быть рот созерцателю, и ты не резать язык, кобальт раб. Наверное, ты здесь помогать мы? Эй, Дикин, не есть раб. Босс это босс, не хозяин. И босс никогда не отрежет язык Дикин. Правда, босс? Конечно нет, тогда ты не сможешь петь для нас. Дикин улыбается другому кобальту. Видишь, босс и Дикин быть друзья. Выгляди, взгляд другого кобальда мечется с тебя на Дикина и обратно. Так значит, ваши здесь, чтобы убивать созерцателю? Пришли сюда освободить кобальдов? Подожди, не торопись, кто ты? Атис быть мое имя, а я здесь всего лишь раб кобальт, один из тот, блин, как же они криво говорят, один из тот, кто рот созерцателю держать здесь в тоннеле. Кобальт, а, кобальт хмурит брови, но зачем здесь ты? Ты здесь убивать созерцателю и освобождать кобальда? Да, я здесь, чтобы убивать созерцателей, ты один из их рабов, я правильно понял? Так, ну давай. Существо решительно кивнуло. Атис был скромный кобальт, раб рода созерцателю. Если ты здесь убивать созерцателю, тогда Атис быть очень счастливый. Атис даже рассказать тебе о род созерцателю. Расскажи мне о том, что ты знаешь об этих созерцателях. Кобальт затумчиво потер подбородок. Много созерцателей быть здесь в туннеле, но Атис не знать, как много точно. Многие быть созерцателю тирана, здесь быть эмиссар Дроу тоже. Расскажи мне об этом созерцателе тиране. Он править весь род созерцателю в самой большой расщелине. Ты здесь, где она, найти она быть огромной, с огромной и преогромный глаз.
Все созерцатели такой, наверное. Но она быть самой большой и самой огромной. Если... Если ты стараться здесь быть, убивать созерцателю тирана, а Тис говорит, ты это быть тяжело. Она есть много род созерцателю рядом с она. Эмиссар Дроу. Кобальт кивает. Здесь быть волшебник Дроу. Он прийти из с большой леди Дроу. Созерцатель тиран не любит сильно леди Дроу. И значит, она не сильно любит и волшебник Дроу. Он быть в комнате рядом, где быть все остальные дроу. Они прийти что-то сказать созерцателю тирана, но Атис не знать что. Это быть дело только род созерцателя. Так. Как ты... так ты не собираешься говорить созерцателям, что я здесь? Он пожал плечами. Зачем Атис делать такое? Атис не важно, что быть с род созерцателю. Если они все мертвые, тогда кобальты не быть рабы? Так, так, тогда я сохраню так, некоторые вопросы. Кобальт нервничает еще больше, если такое вообще возможно. Он стал кидать взгляды на вход, явно оценивая свои шансы на побег. Рот созерцатель точно убивает Ис, если он, отвечает много вопросов. Ладно, тогда не беспокойся об этом. Существо слегка отодвинулось от вас. Что-нибудь еще? Я не собираюсь больше тебя беспокоить, время уходить. Кобальт нерешительно протягивает вам руку. Прошу, не убивать кобальт-рабы, они просто убегать. Пусть мы все убегаем. Пожалуйста. Я так, убиваю любого, кто станет на пути, точка. Освобожу твоих друзей, если смогу. Существо широко улыбнулось, демонстрируя ряд острых зубов. Атис, благодарить тебя, чужак. Так, и чё, куда побежал? Стучать побежал. Так, нам он сказал, что там за этой дверью, да, что-то там? Нас дроу на поверхности Торила никто не любит. Провидица говорила мне, что даже сторонники Элистраи сталкиваются с гонениями и предрассудками. Понятно. Кто вас не любит, блин? Ой, нифига, блин. Пипец они сильные, конечно. Никен, ты не хочешь мне помочь, тупица? Такого... А, подожди, я у него арбалет забрал, что ли? Нет, вроде. Все есть. Чего не стреляет он? Баллон. Ой, я не могу пройти. Блин, пипец. Так, какой-то глубокий рос. Пойдем. А, глубинный, наверное, да? Глубокий, глубинный, наверное. Так, тут ничего нету. Я так понимаю, это просто корм, да? Ну, ладно. А, вон он. Погоди сюда. Какой-то красный. Такое мерзкое мясо. Ну давай еще раз. Такое мерзкое мясо. Ну давай еще раз. Подожди, а чего кулаками-то дерусь? А где у меня оружие-то? Что за дела? У меня что-то оружие сглючило, короче. Пипец. Что за говно? Что за говно, блин? Где мои пушки? Я тебе уже не нужен, да? Вот так всегда. Да ты помолчи там, я так из руки в руку переложу, что ты появился, болван. Тут невидимый, блин, бегает, осёл. Так, все забираем. А, религия, Water Deep, побережье мечей. Так, это все забираю, это Дикин хочет поносить их прям вообще, пипец. Блин, вот у этой, у Натиры, у нее свобода, то есть ее в принципе не замедлить никак. И что-то так охота отобрать уже вот этот ее. Так, тут тоже разобьем. Так, тоже охота отобрать у нее, прям пипец. Так, проходы, поперли. У нас эти дресни куда-то убегают все от нас. О. Такое мерзкое мясо. Ну давай еще. Хорош. Прямо аж лопнули. И глаз никаких не будет с них. Черта нету. Так, все проверим, потому что они могут вылезти где-нибудь. Вроде нормально. Так. Поперли тут какой-то закуток. Хорош. Ритайм прям вообще отлично. Давай. Когда критуем, прям вообще отлично. Так, у нас стан какой-то. Ящик опять.
Так, двуручный топор. Дикин, иди сюда. Кстати, двуручный топор, наверное, и мы можем взять. Ну ладно. Они... Оружие не так много весит, как броня. Броня полная жопа, поэтому оружием еще куда ни шло. Так, понятно. Окей, так, рабов этих-то не трогаем. Блин, вот это надо сразу, наверное, разрубать нахрен. Подожди, а чё, почему? А, вот все. Так, ну как где-нибудь тут появится? За серия какая-нибудь? Вроде нет. Окей. Пока все по какому-то кругу ходим, да? Прям перед носом капец появился. И свалился. Вернее, свалил. О. Тихо, тихо. А что там? По рабам уже стреляют. О, кто-то. Другой. Ну, какая крыса, так не могу, блин. Так, давай-ка мы нашим забафаемся и... А, вон туда. Давай, иди. Он, видать, на время улетает, что ли? Так, там ловушки. Давайте вот так вот сделаем. Все, обезвредим. И... И вот так вот. Да-да-да-да. Так, надо быстрее вот этого валить. Предоставит мне тут неудобство. Пойдет. Эльфийская кровь. Во-во-во. О, ХП мне снес. Этих так быстро, вояк. Запендюрили. Так, пойдет. Всех перебили, красота. Жезл сна тоже пойдет. Сундрук дроу пойдет. Во, письмо от Волшарес, вот это надо взять. Так, ну, у нас тут, ну давай, ладно, зачитаем его. Ты мудр и силен, глаз тирана Арута, и потому-то, что ты не выполняешь условия нашего договора, особенно злит меня. Ты обещаешь мне отправить против восставших дроу по меньшей мере дюжину созерцателей, но пока что я получил от тебя только двоих. Вместе с этим письмом я посылаю несколько своих рабов, чтобы они перевели ко мне остальных созерцателей. Выполни договор, и, возможно, я не отправлю тебя в вечную тьму. Перевыполни его, и я вознагражу тебя, выплатив столько золота, сколько твои воины весят. Разочаруй меня, и я сотру даже воспоминания о твоем маленьком смешном улье. Выбор за тобой. Ну, посыл нам ясен. Посыл нам ясен. Так. Ой, что-то еще. Так, все мы забрали, получается, да? Дров всех завалили, мы молодцы, хорошо. Ура. Го, хильнемся. Вот этот круг так-то вроде и неплохой, блин. Пипец, он так-то хилит. Он, по-моему, там на уровень заклинателя что-то добавляет, поэтому не так плохо и выходит. Так, подожди, что такое? А, это, наверное, вниз. Дикин думает, что уж очень много глаз в этой комнате. Так, ты подожди. Очень сундук какой-то. Но мы сюда, наверное, потом, я так понимаю, нам надо, да? Каменная плита. Эта каменная плита исписана древними загадочными иероглифами. На некоторых надписях видны еще свежие следы от черной краски. Кажется, эти надписи являются переводом древних текстов. Великий обелиск был активирован, и вся магия в его области прекратилась. Надеемся, это прекратит нападение наших злейших врагов, так как здесь они уже не смогут пользоваться своим волшебством и заколдованным оружием. Даже если этот обелиск будет выключен или уничтожен, мы все еще сможем использовать его ядро для борьбы с вражеской магией. Активизация ядра любым живым существом приводит к выбросу противоположной магической энергии, которая устранит любые заклинания на время, достаточно для одержания полной победы наших воинов. Я возьму это, конечно. Я так понимаю, что что-то тут надо сделать. Я так понял, тут раньше кто-то был другой, да? Потом этих созерцателей держали в клетке в какой-то. Создатель Тирн, ой. Все, мы можем его просто сразу завалить, так и все?
Прикинь, что так реально завалим. Ну я, конечно, загружусь там. Я не в силах нести. Куда-то спуск вниз куда-то. Так, надо бы, наверное, вот так сделать. Ну ты зараза какая-то. Да убейте его там уже. Короче, здесь надо забафоваться. Ладно. Здесь надо подготовиться, это все ерунда, все, мы справимся, просто на абордаж полез. А, давайте, наверное, сначала все везде осмотрим, потом, получается, нырнем в эти в глаза. Я так понимаю, что либо магию можно вырубить, и тогда ничего не смогут сделать нам, да? Все, Вики нормас. Вики надстрелил. Вот, и, наверное, как раз-таки это и сделано, да? То есть мы там куда-то зайдем, в что-то включим, видимо, или хрен его знает. И все будет хорошо, поэтому поперли. Созерцатель маг. Какой мерзкий! Умри! Боже ты мой, что там происходит? Пипец они, конечно, мерзкие. Вот эти созерцатели просто кошмар какой-то. Так. Обезоруживание. Ага, точка 4. Так, ну, надеюсь, что... Нет, нифига, да? За ты? Вот ты влезешь. Так, где-то у меня... Так, сюда тоже не влезет уже, ни черта. Да, тихо ты. Так. Так, где вот она? Вот сюда лезет. Так, давай мы тебя сразу. Кобальт раб. А что, его типа завалили? А, блядь. Отлично. Рабов мы еще, кстати говоря, всех освободим, поэтому отлично будет все. Все будет хорошо. Вон, ха! Теперь меня не победить! Тебя сам влепило. Куча такая, бух. Так. У нас тут какая-то комнатушка, давай зайдем туда. Там какие-то решетки вон. Хорош, всегда вот так. Такое мерзкое мясо. Ну-ка давай еще раз. Маньяк так. Какое мерзкое мясо. А давай еще раз. Чертов маньячело, блин. Ну давай еще раз, какая-то дыра. Ничего, главное, не происходит там. Так, рабы. Созерцатель маг, это я так понимаю. Ой, уйди. Видите, там кряхтит, просто пипец. Так, это дреснята, это померла, не померла, так и не понял. И куда-то улетела. Блин, вот хреново, уж непонятно, они куда-то улетают и... Черт возьми, непонятно, что убил я их. Да, Дикин. Ты не думаешь, что Дикину может неплохо сменить имя? Вот какой болван так. Ты хочешь сменить свое имя? Дикин думал, ему нужно имя получше, наверное, чтобы написать на книге Дикина. А что не так своим нынешним именем? Это просто звучит так, как-то дико. Дико. Все, кто берет книгу, чешут в голове и громко произносят имя Дикина, как будто думают, что это какой-нибудь Дикий написал книжку, наверное. Дикие люди тоже писали книги. По-моему, Дикин прекрасное имя. Ты так думаешь? Ладно. Может, Дикин просто слишком много переживает. Спасибо, вас. Нормальное имя, а что? Дикин. Оп, провязался. Давай быстрее. Так чё? Придурок, бей. Такое мерзкое мясо. Ну-ка, давай еще раз. А, ну, давай еще раз. Такое мерзкое мясо. Ну-ка, давай еще раз. Так, все, мы почти все осмотрели. Получается, реально, спустимся тогда. Наверное, там как раз-таки магия все отключит. О, вот это была засада, да? Но мне интересно победить с магией. Если нам дадут опыт, да, вот за выключение магии, то хорошо. Но потом мы попробуем без магии его завалить. А, подожди, мы... А, вот все, вышли, да? То есть это, наверное, второй такой же этот Дикин. Я редко использую яд. Я предпочитаю быструю смерть от ножа или магического удара. Мне это кажется более чистым и более честным. Спасибо, держи меня в курсе вот, твоих вот этих тайных желаний. Спасибо тебе большое, конечно, что поделилась. Я выслушал, принял к сведению. Вот, и буду, так сказать, держать в голове, что ты не пользуешься ядом. Я тебя понял.
Я тебя понял. Так, ладно, давайте попробуем завалить их тогда. Да чего ты толстый? Вот создал толстого. В каждую за каждый угол зацепляться пузом своим, падла. Пипец какой-то, тыкаешь и не бежит. Прям зацепляется, вот видно даже. Давайте попробуем заюзать что-то такое. В силах нести такую ношу. Слишком такую тяжело. Странное чувство, не похоже ни на что, испытанное ранее, обрушилось на вас. Вас охватывает легкая дрожь от мощи магической энергии, окружившей вас. Эга себя. Типа, это полный дебаф? Созерцатели труп. Кто тут сидит? Ни хрена себе. Провал. Да, Дикин. Руины, это странное место. Может, для злобоглазов в руинах жила какая-то другая раса, босс? Очень даже возможно. Дикин просто чувствует странное. Похоже, тут магия умерла, босс. Дикину это совсем не нравится. Да, вряд ли... вряд ли нам сильно помешает. Все будет в порядке. Ладно, босс, однако без магии Дикину как-то совсем неловко. Да, без магии-то прикол. У нас получается минус 8. Сколько у нас перевес? 400. Ты что, дурак, что ли? Нанесение... А, смотри, у нас даже эти все свитки превратились в бумажку. Мы хоть обратно-то сможем? Хоть бы обратно все вернулось, пожалуйста. Обалдеть, если так будем идти, это просто жопа. Охренеть, я рыцарь, лысого. Нифига их тут. Опять этот пророком сидит. Но мы и так неплохо справляемся. Так, пацаны, давайте там добивайте. Мерзавцев. Вы превратились в камень. Да что за дерьмо-то, пипец. Ну ладно. Сейчас мы разберемся. Может быть... Короче, нам надо все получаться. 167 у нас, а почему 400? Блин, наверное, потому что, ребят, знаете что? Наверное, потому что у нас не работают сумки магические. Они, наверное, весь вес возвращают. Блин, прикиньте, если так. В силах это... нести такую ношу. Точняк, они, слишком наверное... Слишком тяжело. Да, вес 144. Даже сумки и то, представляете, перестали работать. Обалдеть. Факел. Ну, я, конечно, возьму один. Я не знаю, зачем он, но ладно. Кстати, свет на нас продолжает работать. У тебя найдется минутка? Да, Натира. И что-то странно в этих руинах. Архитектура отличается от тоннелей созерцателей. Это не элитиды, это не дуаргары. И это определенно не дроу. Может быть, их оставила здесь какая-то давно забытая раса? Это возможно, но почти не успокаивает меня. Я не люблю попадать в ситуации, в которых не знаю, что, чего мне ожидать. Это место кажется мне каким-то неправильным. Воздух кажется тяжелым, плоским, магия здесь мертва. Я не знаю, даже подействуют ли мои заклинания. Зона мертвой магии, как такое возможно? Я не хочу даже гадать, но думаю, то, что ждет нас внутри, научилось выживать, не опираясь на магию, задолго до нашего появления. К счастью, заклинание не единственное мое оружие. Она делает глубокий вдох, потом медленно выдыхает. Видите, витамин Е, я буду готова. Очень надеюсь, что у тебя перевеса нет, Мымра. Ага, у меня сила. Сила уменьшена, а мы ничего не сделать пока не можем. Так, ну труп созерцателя есть, конечно, скорость бешеная. Я прям несу... Так, кстати, у нас справа там что-то. Боже ты мой, серьезно? Какой у тебя перевес? Ну у нее нет перевеса. Блин, мы ничего и выложить не можем. Ой, умри, 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 умри! Эй, нет, в жопу. О, со свободы, сейчас быстренько. 43, нифига. Обалдеть. Ну все, 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 давайте. Кстати, песня работает на нас. А может и заклинание силы сработает? О, нифига себе. Ваш концентратор был нужен для использования заклинания запутывания. Серьезно, блин? Блин. Слушайте, а может получаться тогда силу-то можно здесь заюзать? Правда, мне 400 вряд ли... вряд ли я наберу, конечно, 400. Но хотя бы не так... О, кстати, наверное, можно огненного великана одеть. Кстати-то говоря, да? А, у нас даже и так не работает, ни черта. Да, смотрите, реально. Смысла нет одевать. Так, давайте попробуем. Изгнание просто не сработало. Эй, нахрен!
Просто заклинание не сработало. Ну, придется пилить, я не знаю. Придется так тогда тащиться. Вот это, конечно, подстава подстав, пипец. Дикин тоже важным шагом таким. Ой, это ркапы тут. И такой шагом идет болван, блин. Пипец. Натира, давай, на тебя надежда вся. Ой, хорошо. О, Натира, у нее свобода, она не застревает нигде. Дикин, стреляй, придурок. На тебя вся надежда. Все, Дикин спит, блин. Это пипец. Теперь а, вот тут свобода, видали? Тебе она меня тоже не победить. А, может, на нее и свобода не работает? Здесь, наверное, ничего не работает. Поэтому она и попалась. Так, у нас яд. Надеюсь, это сработает. Это же не магия. А хрен тебе лысого. Сила уменьшена, отравление. Это прикол. А что у нас там класс сложности, витамин лечения? Неудача. Класс 26. А у нас 21. То есть просто неудача, да? Так, это у нас люстрина, что-то помощнее. У меня, конечно, есть противоядие. Кстати, исцеление. Ну, так-то неохота тратить, прям пипец. Так, где-то у меня было противоядие. Зелье малого восстановления, но нам на сначала... Блин! Вот пипец, была целая гора. И сейчас ни одного не вижу. Чё за... А, вот. Так какой бросит-то болван? Так какой болван бросит-то? Ничего, выбросил. А где использовать-то? Идиот, вот так что ли? Нету использовать, пипец. Вы не можете использовать этот предмет. Да почему? Неужели он даже... Подожди. Смотрите, он даже банки и то блочит. Это магия чертова. Просто с ума сойти. Он блочит даже магию. Ой, эту банки. Обалдеть. Вот это дичь. Так. Вот это... Да, вот это, конечно, пипец. Это, конечно, пипец. Так, у нас там все битком. Вроде ничего нет. Вот это скорость! Так. А, я понял. Характеристики, да? Исцеление, противоядие. Блин, короче, надо вернуться. И иначе пока у нас там все это... Сейчас мы забафаемся и попробуем там этих завалить. Иначе это просто пипец было. Сейчас у меня тут все отнимется. А, кстати, яд пропал. Но все равно, в любом случае, давайте вернемся. Что у нас отнялось? Сила 3! Вот это прикол. Так, сейчас надо забафаться. И эта дурында должна всех завалить там. Все, поперли. Давай. Кинку пин сапин. Не, у меня вообще без забафов меня просто в хлам уносит вообще. Придется разбираться здесь с чем-то, да? Возможно, вот эту магию отменится, эта магия. И вот это прикол, конечно, вот это вот беготня. Это просто кошмар какой-то. Веселье через край, я бы даже сказал. Чёрный бочонок. Кстати говоря, факел тут для чего-то сделан. Может быть, даже посохи, смотрите, и то пропали. Блин. Ой. Быстрее, они повсюду, остановите их любой ценой. Кого их-то? Кого их-то? Вон. То есть это получается эти ящерообразные, да? Пока неустрашимый кобальт продолжал свой путь. Ты болван, блин. Неустрашимый кобальт. Блин, ну это, конечно, прикольно. Неустрашимый кобальт продолжал свой путь. О боже, ты мой. Ладно, давайте-ка, наверное, знаете, что сделаем? Наверное, мы пройдем туда, а потом на обратном пути всех зачистим, вот эти вот все. Потому что мы тут будем защищать вот таким макаром, это просто жопа. Блин, обалдеть, конечно. Чё за мощная магия, тут все просто отрубило. Пипец. Меня все устраивало, если бы у меня не было перевеса 400. Просто обалдеть. Ни одна сумка не работает. У нас 20 веса, 20 из-за силы. Это просто пипец. Я даже если захочу, ничего не сделаю. Просто обалдеть. Так, там, я так понимаю, у нас тоже пауки.
Вот это, конечно, да. Матира, не хочешь помочь мне? Спасибо тебе большое. Так, ну-ка. О-о-о, какое-то привидение. Блин, точно, тут какой-то добрый сидит. Атака, атака. Против кого? Так, я так понимаю, нам надо за ними идти, да? Здесь нам нечего ловить. Вот это пипец. Засталило меня. Блин, на мне вообще вот без защиты, на мне все проходит. Это просто пипец без магии. Да... Прям жопа горит, прям не могу. Почему меня-то? Он диким, он стоит рядом, прям вот рядом со мной. Плюнь ты в него-то, пускай он дальше стоит, а я бы дальше пошел. Ой, я не могу, тут какая-то дверь, пожалуйста. Хоть бы там главный босс сидел, с которым надо поговорить, чтобы все это безобразие прошло, блин. Ты кричи. Я стул себе прожег уже просто. Трусы уже третье меняю за прохождение, за серию. Это просто кошмар какой-то. Хуй, не торопится, ребята, мы никуда не торопимся. А мы не торопимся. Так, там все какие-то мечевики, поэтому, наверное, я так понимаю, что нам сюда надо. Давайте сейчас быстренько. Тут еще какой-то древний механизм. О, Удин сама пошла, обалдеть. Ну-ка, что за древний механизм? О, нифига. Несмотря на то, что механическое устройство все в грязи и начало разрушаться, похоже, оно все еще в рабочем состоянии. Светящийся стеклянный шар покоится в металлической руке. Поверхность шара испещрена многочисленными и затейливыми архаическими символами. Колдовство. Постараться расшифровать знания символов. Успех. Опыта дали нам? Ага, по губе. Похоже, что символы древние магические пиктограммы, использовавшиеся для записи заклинаний в книгу. Различные комбинации этих пиктограмм дадут различные заклинания. О, так, символов в порядке заклинания. Разряд молнии, круг лечения, стук. О, вот нам стук нужен, да? Давай, дотронься. Стук, сейчас должен открыться, отлично. Так, прекрасно. И один раз, да, только? Ну-ка, или еще раз можно. Так, колдовство. Круг лечения. Вот, все похилит нас. Ага, тебя выстало. Так, так, тоже все успех, да? Разряд молнии, стук, зубой взрыв, каменная кожа. Ну-ка давай. А, пойдет. Хоть что-то работает, черт возьми. Ой, блин, пипец. Так, что у нас там? Обелиск, давай! Несемся просто и волосы назад! Еще. Еще каменный какой-то, блин. Камнекожу на себя наколдовал. Не торопится никуда. Блин, опять! Опять пропала из второй руки. Блин, ты задрала. Пипец, оружие просто само по себе пропадает куда-то. Просто. Неужели силы не хватает, чтобы взять его? Или что там такое? Давай, обелиск, пожалуйста, человек в сталкере, загадай желание. Хочу быть богатым. И давай этот. Какие-то руна, плита. Боже мой, что происходит? Не мы никуда не торопимся. Вообще никуда. Несемся потихонечку. Пауков, конечно, надо бы всех завалить, но и без этой, без магии это просто жопа. Так, я так понимаю, тут какие-то руны, да? Руна, руна, руна. Ага. Так, подожди, тут что-нибудь, может, подсказка есть какая-то? Может, на самой? О, да, вот тут подсказки вообще, они одинаковые? Они разные, слушай. Причем... Вот этих вот рун здесь нет. Как я вижу. Да. Плюс его знать, что делать. А, нет, нет, смотри, они меняются. Они меняются. Вот здесь две одинаковые. Давай попробуем 4 одинаковых такие же сделать. О. Так, что-то сработало. Так, у нас здесь вот это вот S. Давай попробуем такие же. О, что-то сработало. Так. Здесь получается вот этот трезубец. Наверное, по сути, не важно, какие, да? Но работа. Так, ну и теперь вот эту шляпу.
О! А, не, нифига. Или магия пропала. Вы чувствуете, как магическая энергия снова пронизывает ваше тело. Даже также вы замечаете свечение внутри обелиска. Нифига себе. Наконец-то магия вернулась, обалдеть. Ух ты. В эту магическую сферу энергии изъяли из обелиска, который создает ауру подавления магии вокруг всех пещер созерцателей. Учитывая мощь самого обелиска, можно полагать, что саму сферу стоит применять для создания мертвых магических зон. Уникальная сила только для себя. Один заряд испытания. Расхода 3. Блин, это против этого главного драться, да? По любасу. Но у нас тут перевес просто дикий. Поэтому, наверное, нам надо бы сейчас отдыхать. Вот, и потом тут все зачищать с этими пауками. Ничего нету. Поэтому давайте-ка, наверное, на следующую серию это оставим. Вот, попробуем. Да, сейчас мы отдохнем. Вот, забафаемся, я так понимаю. И здесь можно будет спокойно все побегать. То есть сейчас магия работает, потому что у нас все, в принципе, бафы наши вернулись, кроме силы. Потому что у нас сила уменьшена. Но теперь мы ее заклинанием можем восстановить. Да, все вернулось. Блин, обалденно. Вот это вот вещь, вот эта вещь. Так, где-то мы там целую гору купили восстановлялок. А, все, отдых полностью все восстановил. Офигенно. Ну-ка, у нас сколько теперь? Во, 167, нормас. Все тогда, ребяшки, давайте тогда оставим на это, на следующую серию. В следующей серии всю вот эту зачесть, всех этих мерцопакостных пауков. Ну вот, всех завалим, тут будет красота. Забафаемся, вот, и все будет вообще хорошо. А на этом все, спасибо большое за лайки, за поддержку, как Джеймс Бонд, блин. А на этом все, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребячки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.